Прежде всего, хотел бы поблагодарить за приглашение принять участие на встрече в формате Outreach BRICS Plus и выразить признательность президенту Российской Федерации за гостеприимство и организацию сегодняшнего саммита на высоком уровне. Тема сегодняшней встречи – БРИКС и глобальный юг, совместное строительство лучшего мира, и в этот контекст как нельзя лучше вписывается анонсированный правительством Республики Армения транспортно-коммуникационный проект «Перекресток мира». Суть проекта заключается в следующем. Армения готова и заинтересована в организации по своей территории проезда транспортных средств, грузов, пассажиров, прохождение трубопроводов, кабельных трасс. Это кратчайший маршрут между Черным морем и Персидским заливом по территориям Исламской Республики Иран, Республики Армения и Грузии. Это направление севера. А также кратчайший маршрут между Каспийскими и Мраморными морями по территориям Азербайджанской республики, Республики Армения и Турции. Это направление Восток-Запад. Этот маршрут, естественно, можно использовать еще и для транспортно-коммуникационной связи между Азербайджанской республикой и Нахичеванской автономной республикой Азербайджанской республики. С учетом данного подхода мы предложили Азербайджану механизмы упрощенных процедур пограничного и таможенного контроля, а также обеспечение дополнительных мер безопасности с учетом юрисдикции и полного уважения суверенитета обоих стран. Хочу еще раз подчеркнуть, что Республика Армения в состоянии обеспечить и полноценно обеспечить безопасность прохождения грузов, ресурсов, транспортных средств и людей по своей территории. Это наше желание, наше обязательство, и мы это гарантируем и будем гарантировать всегда. Все утверждения о том, что Армения в какой-либо форме якобы согласилась, что какая-либо третья страна будет обеспечивать безопасность коммуникаций на ее суверенной территории или в каком-либо документе предусмотрено такое, не соответствует действительности. Уважаемые главы и члены делегации, вчера парламент Республики Армения ратифицировал положение совместной деятельности комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской республикой и государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской республикой и Республикой Армения. После вступления в силу указанного документа в обоих стран, мы сможем активизировать процесс делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном на основе базовых принципов Алматинской декларации 1991 года. Хотел бы особо подчеркнуть, между прочим, что решение Конституционного суда Армении по данному правовому документу окончательно развеяло все опасения и сняло все доводы по поводу якобы наличие в Конституции Армении предполагаемых территориальных претензий к соседним странам. Констатируем, что такие интерпретации необоснованы и нелегитимны. Уважаемые коллеги, и Армения, и Азербайджан в течение последних месяцев неоднократно заявили, что проект договора об установлении мира и междугосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой согласован как минимум на 80-90%. Уже полностью согласованы формулировки относительно обоюдного признания территориальной целостности друг друга, об отсутствии взаимных территориальных претензий и обязательства не выдвигать таких претензий в будущем.
по вопросу соблюдения принципа неприменения силы и угрозы силой, невмешательства во внутренние дела друг друга, установление дипломатических отношений и создание двусторонних механизмов для выполнения обязательств, принятых сторонами мирным договором. Наша оценка такова. Уже на сегодняшний день согласованным в содержании проект договора формулирует, адресует и решает все принципиальные вопросы, необходимые для установления прочного фундамента для мира и нормализации отношений между Республикой Армении и Азербайджанской Республикой. И мы предлагаем Азербайджану подписать этот договор. Спасибо за внимание. Thank you for your attention.